Какой хороший денек сегодня на Дыбенко. Подождите. А это кто? Это же мистер Макс! Мистер Макс, поздоровайся! Макс, давай всем привет! С вами мистер Макс! Смотри, это что, помойка? Эля, нельзя тут спать! Макс, смотри, а это что? Это разгневанный жилец! И он зол на тебя, Макс, он зол на тебя! Это... Мосты развели. Вон, пошел отсюда. Мосты просто... Пошел вон. Мосты развели. Вон, пошел в помойке. Ну что, давай. Максим? Мосты. Куда пойдем теперь? Максимка, куда ты теперь пойдешь? Куда ты пойдешь, Макс? От себя не убежишь. Мы тут гуляем, и что тут у нас? Мистер Макс! Мистер Макс, а что ты тут делаешь, мистер Макс? Оглядываешься? О-о-о! Мистер Макс, это что, ствол? Мистер Макс, ты что, грабишь человека? Это 161-я статья. Мистер Макс, ну что ты делаешь? Мистер Макс, ну не убегай ты! Куда же пропал Максимка? Где же Максимка? Где мы его тут сможем найти? Так, какие-то тут развалины. Так это же мистер Макс. Мистер Макс, не убегай. Папа Андрей идет, мистер Макс. Мистер Макс, кому ты идешь? Мистер Макс, кто это такой? Мистер Макс, это что, барыга? Мистер Макс, ты что, даешь деньги барыге? А что это он тебе сейчас даст? Мистер Макс, это что, героин? Это героин, мистер Макс? Мистер Макс! Ублюдок мелкий! Макс, скажи, тебе весело? Максимка? А, Максимка, тебе нравится в мире кайфа? Нравится, Максимка, нравится? Отец! Как ты себя чувствуешь? Отец! Максим! Мне 35 лет! Ты преследуешь меня с 5 лет! Доебываешь меня каждый день! Отец! Почему ты продолжаешь это сделать? Оставь меня в покое, отец! Я обычный ребенок! Я обычный ребенок, пап! Я обычный ребенок! Ты не уйдешь! Ты со мной это сделал! Мистер Макс! Ты со мной это сделал! Мистер Макс! Ты со мной это сделал! Ты со мной это сделал! Ты со мной! Сука, блин! Мистер Макс! Будем снимать новые Kinder Challenge! Отец, отпусти! Будешь кушать разные киндеры и получать призы в виде игрушек! Я больше не могу! Я не могу! Мистер Макс, это что? Это твои мозги. Мистер Макс, ну не убегай ты! Ты что, смотри? Ты что, смотри? Ты что это? Ты что, наркоман, ёпта, бля? Ты что? Ты что? Я не понял. Ты камеру не видишь? Это пранк, что нормально. Усы не настоящие. Все, понял, извини. Чувак, извини, серьезно.